Традиционные для региона дни Андрея Тарковского начались с презентации новой книги о местах в Москве, с которыми были связаны все ключевые моменты жизни нашего талантливого земляка. Сестра режиссера Марина Тарковская выпускает уже второй труд о своем брате, как представителе творческой династии Тарковских. Вопросами важности изучения глубины этой натуры и их дальнейшим применением в целях образования и воспитания юных горожан озаботились и в Центральной научной библиотеке Иваново. На протяжении последних лет были собраны не только все публикации о днях режиссера, которые он провел в Завражье и Юрьевце, но и разработки, которые смогут помочь школьным библиотекарям в изучении творчества и личности этого человека. Нам кажется, что пришло время задуматься и поговорить о том, как преподавать вот эту очень сложную тему, интересную, но сложную тему детям. Поэтому мы сегодня пригласили библиотекарей, школьных библиотекарей, работающих непосредственно с детьми, и хотим рассказать и показать им ту литературу, с которой они могут работать, адаптировать ее на тот предмет, на то, чтобы это было понятно детям.